Спички детям не игрушки. Такую фразу знает, пожалуй, каждый ребенок, которому родители с малых лет рассказывают о том, что огонь может не только приносить пользу, но и быть очень опасным. Об этом школьникам и их родителям напомнили и специалисты МЧС. Во время профилактической акции спасатели обратили внимание мам и пап на то, что не допускается хранение в открытом доступе спичек, зажигалок и других пожароопасных источников открытого огня. Детям раздали памятки на противопожарную тематику, напоминали, как правильно обращаться с электротехникой и газовым оборудованием, а также что делать, если пожар все же случится. Вопрос безопасности очень важен, особенно если речь идет о детях. Поэтому сегодня мы вышли пообщаться с родителями и их детьми и узнать, что они знают о требованиях пожарной безопасности и что родители рассказывают им.